православные христиане готовятся встретить один из главных праздников в году – Пасху. Она 16 апреля. Всю неделю в храмах идут богослужения, а верующие вспоминают последние земные дни жизни Христа. Например, сегодня то, как распяли Спасителя. В это же время проходит генеральная уборка церквей. На птицефабриках освещают яйца, а на хлебозаводах пекут пасхальные куличи. Готовиться начали, яйца уже купили, красить будем яйца, Пасху печь, творог надо купить. Скажите, пожалуйста, цены в этом году подорожали на те продукты, которые вы купили к Пасхе? Нет, наоборот, даже всегда это сбавляет. Яйца вот мы покупали в ленте, так там вообще копейки, 123 десятка взял. Однако главное, как утверждают священнослужители, подготовиться к празднику духовно.